Слава Богу. Да, столетие Православного Союза Друзей Церковной Реформации. Да, есть. Пошел эфир уже. Все. Слава Богу. Сегодня такой волнительный день для меня, ответственный очень. Вот, вообще эти дни все вот, в молитве о предстоящем соборе и до, я так понимаю, до самого августа месяца, до самого собора, вот это такое внутреннее волнение, переживание Бога больше и больше будет, слава Богу. Ой, спасибо Господу за все. Да, приветствую, кто подключился сейчас здесь вот на Ютубе. И на Facebook, на своей основной странице, я вот пробую тоже делать сейчас такую трансляцию параллельно. Вот, и этот эфир сегодняшний, да, сегодня у нас 28 мая, вот, и сегодня, вот, последние дни мая месяца, я решил вот провести такие как раз... Вообще в мае месяце мы празднуем это, и как раз решил провести вот такой семинар, молитвенный такой семинар, посвященный реформации, как в православии, так и вообще в христианстве мировом, но в первую очередь, конечно, за православие. Честно говоря, душа болит, вот, и поэтому я стараюсь... Так, а как здесь узнать... где пишется сообщение, я не знаю, честно говоря. Так, приглашение. Так. Так, 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 так. А вот сейчас наших священников приглашу. Как раз, да, на Фейсбуке есть возможность такая, вот как раз я вижу здесь, вот, приглашать братьев можно сейчас будет, ну, кто сможет сейчас подключиться, вот, хорошо, спасибо тебе, Господь, за все, благослови сейчас этот эфир, Боже всемогущий, во имя Иисуса Христа. Аминь. Так, комментарий. Господь да благословит. Аллилуйя. 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 Да, спасибо тебе, Господь. Так, я, наверное, сейчас выключу здесь эту справочку. Учусь делать трансляцию. Друзья, кто подключился, приветствую всех уже. Кто подключается, приглашайте ваших друзей сейчас к экранам, да? На эту трансляцию. Так, слава Богу. Хорошо, друзья, начинаем эфир.